Перед тем, как посадить сирень, настоятель храма протоиерей Виталий Сладков провел краткий молебен во благо задуманного. Затем все присутствующие поставили свечки и, несмотря на дождь, отправились на улицу. Акция по посадке кустов сирени, организованная по инициативе ветеранской организации «Смоленск АЭС», прошла в рамках проекта «Гражданин страны Росатом» и приурочена к 35-летию пуска первого энергоблока атомной станции. Первым свой куст сирени на аллее высадил директор Смоленской атомной станции Павел Лубенский. Вместе с ним в акции приняли участие Анатолий Терлецкий, заместитель директора по работе с персоналом, и начальник управления информации Евгений Шупта. Главными героями мероприятия, конечно, были ветераны, которые принимали непосредственное участие в пуске первого блока нашей станции. Это событие должно запомниться всем ветеранам, и особенно оно важно для молодежи нашего города. Желаю всем жителям города Десногорска, всем ветеранам Смоленской атомной станции, всей нашей отрасли атомной здоровья, удачи, безопасной работы энергоблоков на благо нашей Родины и нашего города. Радостно, что пришло людей в два раза больше, наверное, чем мы ожидали. Я тоже с радостью посадил два деревца. Вот и полил, как положено. И хотел бы и дальше участвовать в общественных мероприятиях там, где коллектив. Конечно, это важно. Это такая память именно о знаковом событии пусте первого блока Смоленская 35 лет назад. Каждый из ветеранов, кто будет приходить, глядя на кусты сирени, которые расцветут в свое время, будут вспоминать свою молодость, свои лучшие годы, которые они отдали делу служения Смоленской атомной станции. В нашем городе посадка зеленых насаждений – это добрая традиция, призванная сохранить память о событиях и героях своего времени на долгие года. Каждый куст сирени, высаженный в этот день, осветил настоятель храма отец Виталий. Сиреневую аллею увенчала памятная табличка, которая будет напоминать всем, что сделали первые работники станции для нашего города и страны.